Я вам пишу не несколько четверок, а вы там пытаетесь найти лишнее. Анаграммы здесь разгадывать не надо, все просто. А мы так любили анаграммы. И, пожалуй, еще. В последнем будьте особенно аккуратны. Косточка, шапочка, звездочка, ленточка. Стульчик. Записываться и потом вычеркивать лишнее. Стульчик, диванчик, огурчик, разговор, брошенка, изюминка, соломинка, снежинка. Подстаканник, подлокотник, подорожник, подснежник. Понятно, что лишнее мы ищем по суффиксам или подсказка по приставкам. Что-то должно быть лишним в каждом случае. Ну, ясное дело, чтобы решить эту задачку, вы должны все слова по составу разобрать. Очень у многих нулевых окончаний вас пусть не смущает. Слова очень похожи. Отлично. Так, как ни странно, легче всего справились вот с этим. С четвертым. Действительно везде приставка под, кроме одного случая. Мы ставим под стакан, под стакан. Мы кладем под локоть, на кресле, под локотник. Подснежник. Растет действительно под снегом. Первым растает. А подорожник. Он растет по дороге. Так, прошу править. Суффикс. У тебя чуть-чуть посложнее может быть. Да, снежина точно не выйдет, правда? Вы можете сказать изюмина. Или большая изюминка. Да? Изюминка. Соломинка. Соломинка. Снежинка. И снежка. Нет. Значит, здесь совсем все по-другому. И снежинка. Значит, именно она лишняя. Во-вторых, тоже все просто. Стульчик это что? Не обязательно. Это маленький стул. Это маленький стул. Значит, конечно, как? Диван это маленький диван. Диван это маленький диванчик. Это маленький. Наоборот, диванчик это маленький. Разговорчик. Это какой-то, ну не то, что маленький, или большой, краткий. Разговор. Это некий. Разговор. Небольшой разговор. Огурчик. Это, конечно, маленький огурец. Но суффикс там мы уже знаем какой. Ик. Значит, именно это лишнее. А может быть разговорчик? По-другому основанию может быть разговорчик, но скорее тогда по смыслу. Нет, да, может быть по приставке. У них у всех вроде бы приставок нет, а здесь есть. Да? Согласен, другое основание, которое мы можем делать. Первое. Косточка, шапочка, звездочка, ленточка. Шапочка. Шапочка лишняя. Ну что там шапка? Шапка была. Конечно. Косточка. Это маленькая кость. Выделяем смело. А там шапочка получается. Звездочка. Это маленькая звезда. Да, да, я понял. Ленточка. Это маленькая лента. А там... А тут, извините. Шапка. Шапка есть. Вот так. Потому что, ну, слово «шапо» да, у нас с вами сейчас нет. Да, а шапка? Шапка, вот она и есть. От слова «шапка» это образовано. А не от слова «костка», не от слова «звездка», не от слова «ленточка». Правда? Нет таких слов. И не «ленточка». Тут мы должны выделить только «почка».